Ну, из сложностей, конечно, было это полить в первую очередь даже саженцы у нас в период посадки. У нас, напомню, очень сложный рельеф. Это как бы и горы, и равнины, и скалы там. И добраться у нас вода ближайшая была. У нас есть сосед, у которого есть в собственности 300 вка. Вот, мы очень к нему приехали. Рядом с нами, Ксения к нему съездила, очень-очень договорилась, да, с ним. Попросила. Рядом с объектом она расположена, Репинская балка, да, очень красивая, да, и поэтому вот, в ней есть Ксения пару... договорилась с ОВД, нам разрешили чуть-чуть взять, да, но мы взяли много. Это никто не знает. Соседи не смотрят. Уровень не упал, мы в линейку поставили. Уровень не упал. Он пополняется. Ставок действительно очень хороший, потому что он подпитывается родниками, вода действительно чистая, там раки даже живут, а раки в грязном воде не обитают. Вот, и мы вот оттуда возили воду, качали это переносной помпой, ну как бы в жестких условиях, можно сказать, то есть... Качали это воду помпой, это было по ночам, потому что добираться одна ходка занимала около... У нас есть 30, видеохроника, кстати. Да, около 30-40 минут достигало, то есть, чтобы съездить на объект, поэтому у нас, мы привезли две бочки, потому, чтобы люди не останавливались, шла посадка, все было... Цикл, чтобы был, цикл, да, цикл замкнутый, мы... Эти бочки набирали и в 2, и в 3 часа ночи, ставили на объект, чтобы с утра уже можно было это продолжить. Короче, у нас весело, приезжайте в гости. Да-да-да. Вот надоело им сидеть в офисе с бумажками, отдавать людям указания. Пойдемте, ну вот специально форс-мажоры приходят к тому, что можно сесть самому на трактор, всегда, погонять. Всегда производство, да, особенно вот фермерское хозяйство, это конвейер. Вот как Денис сказал, упомянул цикличность, да, чтобы не нарушать цикличность. Вот на производствах это конвейер. Если, ну, всегда не хватает какого-то человека. Всегда какой-то человек приболел, или устал, или вышел из строя, да, там, то есть покинул, так сказать, конвейер наш, да, и все это может прерваться, все это останавливает процесс. Вот, а когда идет период посадки, очень важный период, да, фермеры это понимают, период урожая, период сбора, сборки урожая. То есть здесь нельзя допускать такого, поэтому всегда рады людям. Знаете об этом? Если кто-то устал в офисе, пожалуйста, мы к нам. Мы вам рады. Да. А, кстати, да-да. Я думаю, что там Олег такой, рад людям, заходите в гости. Приходите к нам. А, ребят, мы на самом работу деле, найдем. Кому нужна работа, вообще, хорошие деньги, веселуха и польза людям, мы, наша основная миссия поднять производственную безопасность России, чтобы вы понимали, да, мы все не просто так делаем. Импортозамещение, да, вот. Объединение фермеров, так что приходите, там действительно есть чем заняться, действительно хорошо платят. Кружок по интересам мы устроим, да. Да, согласна. Ну, такая тоже неприятная ситуация была с грызунами. Давай, рассказывай, что там у нас там. Столкнулись мы с ней первый раз, действительно. То есть объект находится, опять же, повторим, в отдаленности от населенных пунктов. И животные, которые там много лет размножались, развивались, жили, не думали, что им попадутся такие вкусные саженцы. После того, как мы посадили сад, это очень быстро приметили наши местные грызуны той местности, да, зайцы, вот, которые нанесли очень большой урон. Они погрызли пристволовую часть, мы сначала по смете у нас было окрашивание, по задачам, по работам окрашивание защитной краской, от грызунов, но краска им практически не помогла, они настолько дикие, и то есть им это все по барабану, вот. Они все равно продолжали это все грызть. И после этого мы пересмотрели защитную форму и уже потом начали заказывать сетку в экстренном порядке. Это все было в новогодние праздники были, да. Вот. И погодные условия этой зимы Крыма, наверное, запомнили все, что она была не стандартная для Крыма, она была не сухой. Это постоянные дожди, постоянно грязь, холод, ветер. То есть очень было мало сухих дней, которые бы позволили нам это все быстро сделать. В общем, понесли урон мы в этом плане, и это была неприятная ситуация. Вот, потом повторная была, перед установкой сетки мы повторно залечили краской, еще раз прошлись и установили эту сетку. Если кому-то интересно, в краску добавляли березовый деготь, чтобы отпугивать грызунов. Да, даже это начали делать. Краска изначально защитная от грызунов и лечебная от всевозможных механических повреждений при посадке. И еще параллельно добавляли, второй раз, когда мы работали краской, добавляли еще деготь.
Вот. То есть неприятная ситуация, экстренная, вот, и такая, и мы ее не ждали ниоткуда, если никто честно. Никто не ожидал, что их будет такое большое количество. То есть, там, ну, если бы это было 1-2 зайца, думаю, такого ущерба бы не было. Но их оказалось больше. И охотники ходили, нам два раза просили, мы стреляли, проходили цепью, но не помогло. Заяц очень хитрый. Заяц очень дикий и заяц очень хитрый. Да. Вот. Это вторая ситуация. Третья. Третья ситуация. Как бы третью ситуацию охарактеризовать и чтобы сказать... О чем бы сказать? Ну, это, наверное, непредвиденная обстановка по раскорчевке. Мы планировали ее провести очень быстро, в этом, ну, вот эти 20 гектар, которые сегодня запланированы, вторая очередь. Вот, но ситуация такая, что техника подводит, такое есть, тоже фермеры об этом знают, и подводит она в самый непредвиденный момент, в момент работы. Хороший объем сделали, первый объем пошла техника работать, мульчер, самый такой важный агрегат, который нам сегодня нужен, потому что зарастаемость участка, объекта сумасшедшая, колоссальная, там лес сплошной стоит, вот, я так подозреваю, там есть и дикие кабаны, потому что мы зимой находили тропы, находили следы кабана, вот так я скажу, вот, поэтому... Приезжайте на охоту, да, называется? Не-не-не, все, территория закрыта, все, нельзя. Вот, только с разрешением руководства, это вот так я могу сказать. Колоссальная зарастаемость, вообще не удивляемся тому, что мульчер нас чуть-чуть подвел в самый пик работы, то есть на 4,5 гектарах он сломался, закрывали защитой стекла, механизатор у нас тоже не глупый парень, вот, он все это знает, и все это, то есть все равно количество камней, веток и деревьев, которые там есть, корневой системы, оно все равно нанесло урон нашей технике. Вот, на сегодняшний день мы ремонтируемся, и в скором времени мы выйдем снова в бой. Вот так можно сказать. Вот, впереди раскорчевка. Ну, я думаю, что положительных этапов и отрицательных этапов всегда на производстве они есть, они будут, но мы как можем предостерегаем их, вовремя ловим, так сказать, ситуацию и пытаемся перешагнуть, переступить, разрулить, можно так сказать, да, и идти дальше. Нам нужно идти дальше быстрыми темпами. Ситуация такая нестандартная сегодня, но у нас задача большая – построить предприятие вот так и запустить его в процесс. Вот видите, друзья, как весело и интересно иметь свою ферму. С чем мы только не сталкиваемся, даже с тем, чего сами не ожидаем. А, тем не менее, жить так просто скучно, без проблем. Без проблем жить скучно, да? Но, да, тем не менее, все свои задачи мы сможем решить.